Ни хрена себе. Откуда же их столько повылазило? Ты посмотри, тут 1000, 2, 3. А может и больше. Первый, первый. К вам приближается головной отряд боевиков. Готовьтесь к бою. Первый, первый. Ребята, работаем. Огонь! Приготовить встречу. Как поняли меня, прием.
домой хочу. Как ты? Все нормально? Все хорошо. Шакал. Я не могу. Фу. Ишак вонючий. Потерпи, миленький. Потерпи. Все нормально. Все будет хорошо. Все залечим, будешь как новенький. Потерпи, потерпи. Петька! Братишка! Петь! Ну что, как, нормально? Нормально. Точно? Поспать бы. Майор. Она не замужем, и он холостой. Из одиночества сбежали вдвоем. А ну, убери руки, жених. Семен, отпусти, кому сказала. Отпусти, кому говорят. Да не переживай ты. Пустое это. Чего ты взял, что я переживаю? Ну, ну, ну. Что ты себе позволяешь? Ну, ладно, Аню. Ну, что такая строгая? Чего там прячь, чего я не видел, а? Вот! А ты чего уставился? Не икона! Дурел, что ли?
Не, мужики! Не, вы видали, а? Вот сучка-то! Вечером в одной палатке ложится, а с утра уже в другой. И ничего, туда же, кочевряжет! Ну ты! Что ты? Да ты чё, младшой? За брата убью. Что? Понял. Чё на людей бросать? Да я сам его убью. Остынь, остынь. Что? Ну, всё. Крыша поехала. Давай. Всё, Семён, всё. Всё, ну. Ну. Да вон оно, баранки гну. Вон того. Чё? Втюрился. Кого, Ваньку, что ли? Ну. Ту ё, а я откуда знал? Ну, всё. Ага, всё. Ничего себе, пальчик перевязал. Ой. А здорово на тебе. Да уж. Влепил это. Да, а? Твой тоже не хуже. Ладно, пошли. Пойдем. Получен приказ идти на Дагестан. Опять Дагестан? Зачем? Мало нам одного раза, господин Кирпат. Чем больше мы захватим там заложников, тем быстрее Россия выполнит любые наши условия. Уже захватывали. Значит, нужен еще один решительный шаг. Поверь, Мурат, ситуация изменится коренным образом. Добрый, добрый. Поди расседлай его. Ну, давай. Иди, иди, иди. Молодец, Федор. А теперь иди проверь лошади. Давай. Хорошо, давай. Я все сделаю. Ну, и какой дорогой мы идем? Тогда, может, и вот так. А этот маршрут намного удобнее. А это ближе, чем да, отсюда? Ну, старик, смотри, а то... А с нами рассчитаются? Конечно, деньги уже отправлены на ваши счета. Безаманно? Как договаривались? Честно, отрабатываем наши контракты. Все в порядке, Гловер. Надо спешить. Спасибо, отец. Ну, говори. Последнее время ты очень изменился, Мурат. Да и Алиханов недоволен. Я бы на твоем месте. Ты никогда не будешь на моем месте. Не поддавайся эмоциям, Мурат. Это может плохо кончиться. Для кого? Для нас всех. Свободен ты мне пока не нужен. Положим все на волю Аллаха. Отряд противника численностью не менее 2000 движется в нашем направлении. Я считаю, что противник
пытается уйти в предгорье. Для того, чтобы нам перекрыть путь противнику, необходимо занять позицию на высоте 785-0, которая господствует над выходом из этого ущелья. К сожалению, в этом районе наше присутствие слабое. Войска пока только выдвигаются. Здесь у нас один только десантный полк. И тот разбросан гарнизонами по населенным пунктам. Маршруты противника просчитали? Выход из ущелья один. Мимо этой высоты им не пройти. Сколько понадобится времени для переброски подкрепления? По горам особо не побегаешь. Поэтому не менее 2 суток. Шевкунов, ты тропу перекроешь. Людей не хватает. У меня всего 1 рота в резерве. Больше просто нет. Ну что ж, рота десантников стоит целого батальона. Тут важна внезапность. В общем так, роту на борт, оседлать высоту и удерживать ее до подхода основных сил. 2 батальона 84-го полка уже на марше. Слишком все гладко. Не понял. Подкрепление может не успеть. Полковник, мы не первый день в армии. Все все понимают. Тогда разрешите командовать ротой. Лично. Не разрешаю. Кто командир роты? Гвардии капитан Карцев. Что за офицер? Боевой офицер. Садись. Наша задача – не допустить прорыва противника. Еще вопросы есть? Все. Все свободны. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Сто против 2000. Леш, в этой роте твой Ванька служит. Я знаю. Я подумал, мне в штабе нужны молодые толковые офицеры, может... Спасибо, не надо. Это вызов всей России, всему нашему народу. Это нападение на нашу страну. Привет, моя хорошая. Террористы считают, что они... Здравствуйте. Как ты, моя солнышко? Спасибо. Это тебе и принесла. Вот бананчики, тут тебе сачок. Вы уже слышали, что сказал президент? Что же теперь будет? Ой, моя хорошая. В моей жизни знаешь, сколько всего было? Афганистан, Ангола, Карабах, сейчас вот Кавказ, Ванюшка еще. А я надеюсь и верю. А я верю и надеюсь. Потому что все у нас будет хорошо. Да.
Да, конечно. И я уверена. Вань, тут Казакову в штабе офицер нужен. Я подумал, может, ты... Отец, ты сейчас лейтенанту или сыну говоришь? Ты знаешь, я за твоей широкой спиной прятаться не собираюсь. Ты сам это знаешь. Я сын генерала, а не генеральский сынок. Да ладно, все будет нормально. Ладно, закрыли. Держи. Матери позвони. Вы позвонили в квартиру Селивановых. Нас нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после звука. Матери дома нет. Жалко. Мама, здравствуй! Со мной все хорошо. Мам, со мной отец рядом сидит. Мам, соскучился очень. Как там Ксюшка? Она в роддоме уже. Мам, будь с ней, пока она будет рожать. Мам, за нас не переживай с отцом, у нас все нормально. С Ксенией решили назвать сына Алексеем. Мам, ну все, пока. Через 3 месяца увидимся. Все, целую крепко, люблю, обнимаю. Пока. Алло? Алло? Алексеем? Значит, Алексей Иванович будет. Не ожидал, но спасибо. Отец, далеко еще? Если поторопиться, до утра можно добраться. Нам нужно быстрее. Есть дорога короче? Есть. На тот свет. Умничаешь. Замолкни, старик, а то... Не надо меня пугать. Мне нечего бояться. Видел, что я делаю с пленными? Да, твой отец бы этого не делал. Отца моего не трогай. В Коране не сказано, что, убив иноверца, будет уготовлено место в раю, а твои руки по локоть в крови. Замолкни, старик, и запомни, кто не с нами, тот враг наш. Аллах милостив, он призывает нас к миру и согласию, когда перебьют всех, кто останется жить на нашей земле. И все из-за этих вот. Он вчера под пальмами скакал, а теперь учит меня, как... Нужно молиться Аллаху. Меня не надо учить. Меня отец научил давно. Разрешите войти, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. Положение... Товарищ капитан, сложное. В общем, на твою роту вся надежда. Понято. Товарищ полковник Николаевич, если что со мной, семью не оставьте. Понят, Андрюш. Ну, не пуха. О, товарищ лейтенант. А что это, вид у вас такой грустный? Да, не очень-то разговорчивый, товарищ лейтенант. А вот вы никогда не любили?
Ну, но сердце ни о ком не болит. Не знаю. Ну, прям как ребенок, а? Ну, мне пора. Сереж! Прости меня. За что? Глупый ты, непонятливый. Я же так ждала. Так верила. Анечка, милая, если бы ты только знала, я хочу тебе сказать… Но, Господи, ничего не говори, милый ты мой. Ты знаешь, через 3 дня я должна уехать. Замена должна прийти. Как? Живей, парни, живей! Через шаг, нам еще окапался!
Живей, живей, парни! Живей! Оттянись, мужики! Оттянись! Да, ну и погодка здесь, Никит. То жара, то дождь. Еще чего доброго, снег выпадет. Тогда уж точно вертушек с подкреплением не дождемся. Бойцы, не о том думайте. Никит. А, Никит? Чего тебе? Слушай, если меня ранит, добей лучше, не оставляй духом, ладно? Слушай, отстань. Гляди лучше в оба. А я что делаю? Товарищ сержант. Товарищ сержант. Не бойся, добью. Товарищ сержант, как вы думаете, надолго эта бодяга здесь? Еще моим сыновьям достанется. Слышь, Ракита, а какого шайтана ты сюда приперся, а? Чего от тебя дома не сиделось? На квартиру хочу заработать. А я дембельнусь и в милицию устроюсь. Или в рэкетиры. Здесь ты на квартиру не заработаешь. Здесь, я понял, геморрой только поимеешь. Покемарю. Давай. Пока международные террористы не напали. Ну-ка, сынок, напомни, что воспитывает армия в солдате? Армия воспитывает в солдате три главных качества. Ненависть к работе, богатырский сон и зверский аппетит. Но сон – это главное. Только он приближает нас к дембелю. Но тебе об этом думать рановато. Все, отбой личному составу. Яхшима, рядовые озарены. Так точно, пик якши, товарищ эфетер. А эти чмыри там? На дискотеках с нашими девчонками. А мы тут. Засунуть их всех в сапоги и сюда. Когда дембельнусь, попробую из них то вякнуть. Мочить буду. Тихо ты! Мочила. Нельзя их пропускать. Не пропустим. А сможем? Иссы, прорвемся. Огонь не открывать, пока не зайдут на минное поле. Сейчас мы им влупим по самой небалуи. Отдай!
приказала входить, перегруппировываемся. Отходим, отходим! Затаились гады, что-то затевают. Соскучился? Скоро заявится. Не шайтанова торчим здесь, а? Чего ждем? Сваливать пора. Слышь, Каюм, кончай расслабух. Яхше, наше дело служивое. Нам прикажут, мы исполним, а приедем и наполним. Товарищ капитан, в плен взяли. Говорит русский. Я бывший офицер. Офицер бывшим не бывает. Ну почему же? Потому что есть долг, который должны выполнять. Только слышим, должны, должны, должны. Заткнись. Да кому мы должны? Ни дома, ни денег, ни славы. Сережа, отпусти его. Вставай, пошли. У каждого свой путь. Цел? С боевым крещением тебе. Как мы их, а? Запросто. Познакомились с русским десантом. Это вам не фукнуть-пукнуть. Круче нас только горы, выше нас только звезды. Наших убивал? Наших убивал? Ваших? Только в бою. Стой. Куришь? Курю. Ну давай. Кричи свой Аллах Акбар. Да пошел ты! Сам пошел! Высунь рожу, я в нее пулю пущу! А давай побазарим! Ну давай! Слышь, Каюм, не дури, ты же не москвич! Да какая, блин, разница? Салат, салфан, ляукеда, салат. Будем живы, не помрем! Земеля. Жаныңды сыбырым. Yeah.
суки. Фейс попортили. Чё пыхтишь-то? Пить хочется. Ну так попей. У меня граната. А кольцо где? Не знаю. Ну ты даешь. Себя, что ли, хотел рвануть, боец? Чтобы в плен не попасть. Могла бы пригодиться. Перкали. Ты думаешь, я струсил, да? Струсил, да? Струсил! Кончай шуметь, а? Ой, мамочка, как больно. Как больно, мама. Ты что? Мама. Красулин. Начинайте! Поможем! Атакуйте! Понял, понял, стрелок! Начинаем атаку! Начинайте атаку! Ты только терпи, Андрюха, терпи! Терпи, мужик! Я живой, да? Живой, живой. Ты только терпи. Холодно. Терпи. В госпиталь поедешь. Я хранил ее!
Тайфун! Тайфун! Тебя хранит! Ты думаешь против разрушающих сил противника! Нужна артиллерия! Срочно! Артиллерия! Понял, Гранит. Понял. Держитесь. Помощь будет. Прием. Огня! Срочно дайте огня! 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 Срочно дайте огня! Я же помог 200-й и 200-й! Огня! Срочно дайте огня! Держитесь. Помощь будет. Тогда! Тогда! Помощь будет. Огня дайте! Понял, Гранит. Понял. Держитесь. Да пошел ты! Сука! Артиллерии бы их прикрыть, товарищ командующий. Рано еще. Пусть духи увязнут как следует. А то все дело испортим. Трудно у них. А то я не знаю. Виноват. Я просто не могу. Не могу, когда ребят теряю. 15-й. 15-й! Долго вы будете ползти, раздолбаи! Вперед, марш! Гранит! Гранит, я бегу! Гранит! Гранит, я бегу! Мы не продержимся! Товарищ капитан, лейтенант Селиван просит помощи, их окружают! Атари! Атари! Будет туго, отходите сюда! И живее, живее, ребята! Три человека и ракета за мной! Быстрей! Живее, живее, парни! Ничего. Товарищ полковник, что с помощью Карцева? Да достал ты уже! Я тебе не волшебник, понято? Понято. Ходишь тут хреновина, порешь с умным видом. И вообще, бриться надо, товарищ капитан. Еще раз в подобном виде увижу, наложу взыскание, понято? Понято, товарищ полковник. Ну и свободен. Ну и иди. Федор! Что о ребятах слышно? Не знаю еще. Что? Все? Плохо, да? Ну ты погоди расстраиваться. Приказа нет. Но скоро будет. Все. Больше не сплю. Чего тебе? Поднимай вертолет. Поднимай вертолет! Ну, капитан, ты даешь. Совсем плохой стал? На подвиги потянуло, да? Наших надо выручать. На тебя вся надежда. Сеня,
Ладно, капитан. Трибунал нам обеспечен. Из армии нас уволят. Ну, это и к лучшему. Жизнь будет спокойнее. Ну? Ну, не тяни, время идет, ну! Ну, что ты, как таракан недоморенный? Ладно. Не шуми, капитан. Попробуем. Авось проскользнем. Тараканы, это они живучие. Что? Пошло? Слетаю, блин. Товарищ капитан! Пёда! Возьми меня с собой, умоляю! Нельзя! Не могу я! Возьми! Это что такое? Ну-ка, немедленно прекратить! Готов нести ответственность, но после! После! А нахрена мне твоя ответственность? Ты меня под статью подводишь! А ну, выходи! Ладно, лети. Помоги, ребят. Чем можешь, помоги. С Богом!
что, русский? Отвоевался, да? У меня. Сын родился. Иван звонил. Да. Говорит, все у них хорошо. Отец к нему прилетел. Сидим, говорит, разговариваем. А я думаю, знаешь, что он делает? А? Компот из вишни ест. Алексей Иванович там что делает? Командировка? Да нет, он сегодня уж в Москву вернется. Ну что, как там наш Селиванов Третий поживает? Ножками стучит? Стучит. Врачи говорят, что все в порядке. Слава Богу. Товарищ капитан, мы должны оставить высоту. О чем это, лейтенант, а? Тайфун, я гранит, прием! Мы обязаны спасти хотя бы оставшихся солдат. Я гранит, прием! Ишь ты, человек разумный. Тайфун, я гранит, прием! Да поймите, капитан, это наши с вами люди, и мы с вами за них отвечаем. У нас есть приказ, лейтенант. Приказ стоять здесь. Да что там, что я потерял здесь половину пацанов? Прошу их уйду! Достали нас! Тарин, если ты обосрался, пойди за камень и застрелись, как человек. Я скажу, что в бою погиб. А если побежишь, пристрелю сам. А где вертушки? Где артиллерия? Почему мы должны за них гибнуть? Ты что, забыл, сучонок, что денег носишь? Я тебе напомню, сука! Так уж и много. Я потерял много своих людей, как ты не понимаешь. Главное, нам сейчас прорваться. Сходу не прорвемся. Другой дороги нет. Федералы накроют нас артиллерией. У нас времени на полет снаряда. Иди атакуй. Бесполезно. Срочно переговоры. Надо попробовать купить или запугать русских! Десантниками это не пройдет! Ты же знаешь! Шайта! Все равно надо попробовать договориться, генерал! Иди, командир! Иди договорись с ними, ты же из Академии! Тебя они будут слушать! Соглашайся на любое условие! Мы не собираемся подыхать здесь, понял?
все еще капитан. Но ты же знаешь, я неудобный. Жопы лизать не умею. Чего хочешь? Послушай, нас здесь больше 2000. У тебя нет шансов. Если хочешь спасти жизнь своим бойцам, сдай высоту. Я помню, в Афгане, Мурат, мы с тобой больше смерти боялись позора предательства. И сейчас ты мне это предлагаешь. Жалко мне тебя. Да не надо меня жалеть! Ты себя пожалей! Ты офицер, Мурат! Посмотри на себя! Как ты можешь жить вот так, предав самого себя? Не понимаю я этого, Мурат! И понимать не хочу, понял? Мурат! Вали обоих! Стреляй, я сказал! Вали обоих, сука! Я должен убить бешеного шакала. Образие по крови одной веры. Мы должны держаться друг друга. Молись, будь мужчиной. Стой! Не убивай! Рабом твоим буду! Мамой клянусь! Молись! Это все, что я могу для тебя сделать. Весмала! 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 Чё, сынок, загрустил, а? По дому, что ли, соскучился? И по дому тоже. Не горюй! Скоро боевой орден получишь, дырка в кителе просверлишь или дырка во лбу. Ну что ты, лекаркой, каюм? Продержимся, товарищ сержант. А куда деваться? На, выпей. Слышите? Вертолеты! Гудят, послушайте! Наши вертушки! Здесь прилетели, не брось.
Где мой брат? Серега, где? Мама! Петька! Братишка! Серега! Слышь, Серега! Один вертолет прилетел. Где подмога? Где? Где патроны? Где, где? Сказал я тебе, где? В Караганде? Где? Каюм, патроны есть? Нет. Да ни у кого нет. Не видишь, что ли? В общем, ребята, расклад такой. Обороняться больше нечем. Так что выбор у нас невелик. Либо смерть, либо в плен. А подкрепление? Уже не успеет. Какие соображения? Что будем делать? Я
Я не дамся. До последнего драться буду. Не очень-то хочется умирать 19 лет. Да дело не в том, когда умирать. Дело в том, как умирать. И лучше всего красиво. В общем, так. Этих гадов пропустить нельзя. Надо вызвать артиллерию на себя и в рукопашную. Плен нас не успеют взять. Наши накроют. Ну, а мы хоть разомнемся напоследок. Потерпи. Что, патроны кончились, да? Испугался, дорогой? Страшно? Обидно. А ты капитан? Не такой уж нервный. В Афгане воевал? А я воевал. Жить хочешь? Столкни его с обрыва. Совсем плохой, козел. Жить совсем не хочет. Все будет путем в натуре. Хавчик ништяк, тёлки. Зачем он тебе, капитан? А так жизнь. Слово офицера. Офицера. Тайфун, тайфун, я гранит, как слышишь, прием! Тайфун, тайфун, я гранит, как слышишь, прием! Гранит, 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 слышу тебя! Слышу тебя, прием! Тайфун! Тайфун, вызывай огонь на себя! Здесь огонь на себя! Здесь огонь на меня! Прощайте, мужики! Будем жить! Слава России! Действуй, полковник. Командуй артиллеристом. Это что такое, Русинов? Бабушка дала. Сказала, когда тяжело будет, зажги. Правильно у тебя, бабушка. Русинов. Держи.
Пойдем, что ли, Каюма? Пусть запомнят, суки, как русский десант умирает. Да не трусь ты. Нас самих боятся. А больше раза все равно не убьют. Да ведь должен же где-то он быть. Должен. Не. Где? Кто? Мой сын. Я до армии столько погулял, что наверняка где-то у меня должен сын остаться. Хорошо гульнул, говоришь, да? Досталь! Значит, остался. Ну что, мужики? Пошли. Пошли так пошли.